Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю здесь Центральный НИИ Организации информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации. Нас связывает давняя дружба с форумом Коха-Мечникова многолетняя. Мы ездим друг к другу в гости, дружим и многие решения принимаем совместно. Кроме того, такая же теплая дружба связывает нас с Институтом онкологии имени Петрова. Правда, она не такая длительная, но тоже достаточно... Я думаю, в будущем будет развиваться. Поэтому, конечно, я не могла пропустить это мероприятие и решила внести свою лепту в качестве докладчика по теме маршрутизации. Итак, маршрутизация онкологических больных на самом деле помогает не только достичь определенных результатов онкологической помощи, которые ставят перед нами и министерство, и правительство согласно федеральной программе развития здравоохранения, но также и улучшить качество оказания медицинской помощи и приводит к результатам оптимизации расходования бюджетных средств и кадровых ресурсов, что тоже немаловажно в последнее время. Мы работаем с вами в трехуровневой системе организации медицинской помощи. Конечно, помощь такому сложному контингенту, как онкологические больные, имеет свои особенности. В частности, очень широко применяется в данный момент именно индивидуализированный подход, который связан, безусловно, и с телепатологией, с дальнейшими перспективами этого направления. То есть все это прекрасно понимают, и министерство в том числе, что это затратные методы, но их нужно внедрять и реализовывать. Есть определенные критерии доступности и качества, оценки качества медицинской помощи, этому сейчас тоже уделяется существенное внимание. И есть также критерии, специализированные для онкологической помощи, которые вы все прекрасно знаете. Они будут в ближайшее время расширяться и дополняться. Мы не будем останавливаться только на достижении целевых показателей снижения смертности от злокачественных новообразований. Существует несколько моделей территориальных оказаний медицинской помощи, на которых базируется и система маршрутизации онкологических больных. Я не буду на этом останавливаться. Вы сами прекрасно понимаете, что разница между оказанием медицинской помощи в Москве и, скажем, в Якутии существенно разнится. Однако, тем не менее... У нас есть с вами нормативы определенные, которые мы должны придерживаться. И согласно программе государственных гарантий, наши пациенты должны получить высококвалифицированную консультацию в срок до 30 дней, вне зависимости от того, проживают ли они в московском регионе или в Якутии. Здесь тоже можно свою лепту внести телекоммуникационные технологии, и на это нужно тоже обращать внимание, безусловно. Как я уже сказала, есть несколько моделей. Они все разные. Есть еще дополнительные факторы, на которые нужно также обращать внимание при построении модели маршрутизации онкологических больных. И здесь я хотела бы остановиться на том, что в данном учреждении, в котором мы сейчас находимся, точнее на данном форуме, который организует Федеральный институт онкологии имени Петрова, нужно будет также помнить о том, что данный институт, являясь федеральным учреждением онкологического профиля, продолжает и будет в дальнейшем оказывать и методологическую, и клиническую поддержку регионов Северо-Западного федерального округа. И здесь ему также нужны будут информационные технологии. Какие же есть основные элементы успешной системы маршрутизации? Прежде всего, конечно, это хорошая, здравомыслящая, обдуманная, продуманная и проверенная трехуровневая система оказания медицинской помощи, поддержку которой формируется региональный регламент или приказ о порядках оказания медицинской помощи, и этот приказ должен периодически обновляться в зависимости от текущих условий. Трудно представить себе, что приказ или региональный регламент 2008 года может быть актуален сейчас. Вот так они могут выглядеть. Чем подробнее расписан регламент в регионе, тем, как показывает практика, легче и проще организовать систему маршрутизации, и тем лучше будет результат. Структура единого информационного пространства как раз-таки включает в себе в том числе и информационную систему ЛПУ, в которую войдет и телемедицинские технологии, и региональный и федеральный канцер-регистр. Наш институт совместно с институтом имени Герцена занимается вопросами модернизации канцер-регистра. Здесь мы надеемся также продолжить сотрудничество и с ней.
онкологии имени Петрова, потому что в таком случае это будет наиболее обдуманный и приемлемый для всех продукт. Ну, вот так может выглядеть электронная система маршрутизации. Она, конечно, варьируется в зависимости от регионов. А здесь вот как раз я хотела представить эффективные элементы маршрутизации, терминал самозаписи, электронная запись. Вот это как раз фотография Иркутского онкодиспансера. Колл-центр, карточка идентификации пациента и телеклиника. Я хотела бы на этом закончить. Спасибо большое, коллеги. Еще раз давайте пожелаем больших успехов НИИ Петрова и форуму Кохмечников и компании «Аптек». Спасибо.